Еще вот заказывал на автомобиль наклейку декоративную, дабы закрыть одно место на нем, которое невозможно не очистить ничего на передней торпеде. Ну, не георгиевскую ж ленту клеить, собственно говоря. Но, к сожалению, данная наклейка туда не подходит. По причине того, что слишком велика. 9 сантиметров на 6,5. Как-то это я не учел при заказе. Ну и закажем что-нибудь другое. А этой наклейки не пропадать же. В общем, она типа алюминиевая, но на самом деле пишут, что она обычный прессованный картон. Поэтому на внешнюю часть автомобиля ее лучше не клеить. Не могу оторвать верхнюю защитную пленку. О, пошла. Ну а так смотрится довольно-таки симпатично. Если кому будет интересно, можете заказать. Сверху вроде бы как бы металл, кажется, не все-таки не картон. Ну, да ладно, посмотрим. Кому было интересно, ссылка будет в описании. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока!